Дорогие друзья, спортсмены, вся наша большая дружная семья армрестлеров, я хочу поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать вам счастья, здоровья, любви, благополучия и всем нам новых красивых побед в новом 2017 году. Ура! Дорогие спортсмены, поздравляю вас с наступающим Новым годом, чтобы следующий Новый год у вас принес только больше новых побед не только в спорте, но и в жизни. А также здоровья, счастья вам, здоровья вашим близким, ну и, естественно, удачи и новых начинаний в новом году. С Новым годом! Дорогие мои, поздравляю вас всех с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы в новом году у вас были все ваши сокровенные мечты, чтобы вы вновь покорили вершину пьедестала, чтобы неоднократно слышали гимн своей страны. А самое главное, желаю вам крепкого здоровья. Здорово, спортсмены! Хочу поздравить вас с Новым годом. Хочу пожелать вам в новом году крепкого здоровья. Все цели и те планы, которые вы себе поставили в новом году, чтобы они у вас быстрее сбывались и поменьше травм. Всем привет, с вами был Влад Хаджиглад. Здравствуйте, дорогие друзья! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Тем, кто только начинает спортивную карьеру, я хочу пожелать идти целеустремленно своим задачам и покорять спортивные вершины. Ну а те, кто давно выступает на спортивном поприще, желаю вам в 2017 году значительно приумножить количество своих медалей. С Новым годом, дорогие друзья! Пока-пока! Уважаемые спортсмены, от себя лично от Федерации Республики Дагестан по армрестлингу хочу вас поздравить с наступающим Новым годом. Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, денег побольше, вам побед и крепких связей. Дорогие друзья, поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю всем счастья, здоровья и больших спортивных достижений. Может быть, 16-й год сложился не так удачно для многих наших спортсменов, но не стоит опускать руки, нужно стремиться идти дальше и дальше. И рано или поздно этот путь, который вы сейчас прокладываете, даст свои результаты. Всем без травм и с наступающим Новым годом. Да, ну, пользуясь случаем, хочу поздравить всех тех, кто занимается армрестлингом, либо думает о том, чтобы заняться следующего. Первое, прежде всего, мощных, хороших, нежных, добрых, трепетных и заботливых рук. Почему? Потому что вполне понятно, каждому нужно обеспечивать этими руками следующее. Прежде всего, это семейное благополучие, а для этого руки должны быть нежные и трепетные. Конечно же, спортивных успехов, для этого ваши руки должны быть крепкие и сильные. Я от всей души желаю в наступающем Новом году надежных, преданных друзей. Для этого ваши руки должны быть внимательными. Ну и, конечно же, я от всей души хочу пожелать реализации всех намеченных планов, потому что армрестлинг и люди, кто занимается им, это большие, великие люди с хорошими, большими, великими планами. С Новым годом, дорогие мои! Я вас всех обнимаю. До встречи в Новом году. Уважаемые друзья, все любители армрестлинга, спортсмены, выступающие в России и за ее рубежом, спортсмены, представляющие Федерацию армрестлинга России, в частности, хотелось бы поздравить вас с этим 2017 годом. 16-й год был бешеный на результат. Я вам желаю, чтобы в 2017 году вы уже поставили себе цели и уже начинали их достигать. Всего вам лучшего, удачи и добра! Добрый день, дорогие друзья! От лица Федерации армрестлинга России, от своего лица, от лица Федерации армрестлинга Ростовской области хочу поздравить всех вас с наступающим Новым годом 2017, пожелать вам всем здоровья, счастья, удачной борьбы, новых спортивных свершений, новичкам целеустремленности, ветеранам и выступающим спортсменам новых побед на пьедестале, почаще поднимать наш флаг на чемпионатах Европы и мира. И, в общем, всего самого-самого наилучшего. Всем удачи в наступающем 2017 году. Всем пока.